Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем. Мэлшер и Пятерка. Клип мы ведь не видели, ребятки. Пришло время посмотреть. Я теперь, знаете, что, ребятки, поняла? Это ее имя. Это, оказывается, имя такое иностранное, ребятки. А мы бестолковые, мы думали, что это такое нехорошее, да? Видите, какая ты красивая, говорит, моя, говорит. Ну, имя машины. А, нет, это не машина. Имя машины, да. Да? Угу. Не девушка, что ли? Ребятки, что могу сказать? Мэлшер! Мэлшер! Так, ну что скажу про клип? Значит, название машины да сроду не знала. Поэтому так они ее любят-то, да, сильно. Понятно, ребятки, понятно. Дальше слушаем. Клип интересный. Мэлшер красавчик. Видите, афера косички сделал. Мэлшерик! Красиво тебе. Пятерка тоже красавчик. Пятерка тоже красавчик. Волосы а там... Мазелов? А? Мазелов тоже. Тоже. Ну, а вот этого молодочек в центре, я не знаю. Все красивые мальчики, да? Все хорошие, чистенькие, аккуратненькие. Ребятки, немножко трек такой, ну, немножко такой неадекватный, ребятки. Ну, мы слушаем, друзья. Слушаем. Мне нравится, ребятки. Мне нравится повеселиться, похохотать, ребятки. Понимаете? В нашей жизни все быть может, ребятки. Ой, ну какой малышей красавчик, да? И вот это тоже какой симпатяшечка, да? Ну хорошенький мальчик, да? А? Пятерка. Пятерка, да. Прическа у него какая красивая, да, ребятки? Цвет такой синий. Вот что, что такое синий? Синий, как небо. Любит лето, значит, понимаете? Любит радость, солнце любит, ребятки. Ай, что за майнфронт? Отойди, за синий, как он блестит. У меня был секс. Это моя работа. Заливаю бенз. Самая чиновая работа. Трусики. Что скажу? Поет очень хорошо, ребятки. Голосочки красивенькие, да, ребятки? Хорошо поет. На внешку симпатяшечки. Оказывается, машину так называют. Сроду не знала. Танцевать можно, ребятки. Вы знаете, трек легкий, юмористический. Просто вот слушаешь и смеешься, ребятки, да? Ford Fiesta, 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 Ford Fi
ребятки, что могу сказать? Вот вы можете расскажете, да? Зачем поют такую песню? Ребята, это название машины их, поэтому пою, ребятки. Это их машина так называется. И что я могу сделать? Каждый правильно называет свою машину, как хочет, ребятки. Я вам сказала, ребятки, голоса у них прекрасные, мальчики с юмором. Мне это нравится. Веселые мальчишки, да, ребятки? Трек послушать можно, похохотать, ребятки. Просто расслабиться. Потанцевать можно, ребятки. Я говорила вам. И все. Пока, мои хорошенькие.